Сегодня Михаил Игнатьев встретился с активом чувашского отделения Коммунистической партии России. Со всеми политическими силами в республике готовы вести конструктивный диалог во главе угла «Динамичное развитие региона». Создавал и стремлюсь создавать практически для всех и политических партий по Чувашской республике, и для конфессии комфортные условия для работы, для жизни. Ключевыми вопросами является это повышение качества жизни, чтобы долгожителей больше стало. В республике, отметил Михаил Игнатьев, сохраняется стабильная общественно-политическая обстановка. Такие встречи должны помочь наладить обратную связь с местными жителями. Эта информация нам позволяет оперативно реагировать или управлять этими процессами. Обговариваем разные вопросы, обсуждаем разные темы и уже потом вырабатываем алгоритм действий, как нужно разрешать те или иные вопросы. Большинство членов партии представляют муниципалитеты. Жители села Ибеси Алаторского района обратились к главе с просьбой решить вопрос строительства клуба и дороги. На эти цели в бюджете региона заложат необходимую сумму. На территории республики запустили строительство клубных учреждений, модернизацию. Приобретаем соответствующее светомузыкальное оборудование. Но для этого мы должны иметь гарантию, что учреждение культуры, даже если построим, да, то оно не будет пустовать. Касаясь дорог, вот, много там еще вопросов, вот я могу сказать. На ремонт, на содержание, на модернизацию тех дорог, которые в сельской местности имеются, мы планируем в 2019 году не менее 2 300 000 000 рублей выделить. Не обошли стороной тему перевозок пассажиров. Житель одного из микрорайонов города пожаловался главе на нехватку автобусов. В часы пик транспорт приезжает с большим интервалом. После ваших слов я уловил, значит, недоработку здесь органов власти, и прежде всего городских властей, Министерства транспорта. Сегодня же подскажу, чтобы хронометраж делали, какой период времени нужно большегрузные автобусы. Еще одна тема – закупочные цены на молоко. Народ сегодня, кто содержит в сельской местности коровы, закупает молоко. Значит, предприятия, организации, значит, говорят, в прошлом году по 18 рублей, в этом году почему по 16 рублей. И то, что вопросы недовольные идут, и коровы, количество коров сокращается. Нам надо заниматься качеством молока у населения. Там сборщики есть, посредники есть и так далее. Сейчас вот на уровне республики помогаем сельскохозяйственным кооперативам, этим некоммерческим организациям, чтобы они покупали оборудование. По глубокой переработке молочной продукции в республике у нас достаточно организаций, которые могут переработать. К Михаилу Игнатьеву поступило и немало письменных вопросов. Глава региона отметил, что рассмотрит все обращения партийного актива. С членами КПРФ встретятся и руководители муниципалитетов. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика.